Но ты можешь разогреваться, пошли. В общем, к сожалению, я не успел снять эту инсталляцию, когда она была... Тут посетители уже немножко пошуровали. Насколько я понимаю, это лаборатория. Вот здесь вот были прекрасные книги, то есть эти книги, их были сложены в некую скульптуру, в такую горку, где расположены обрывки. Дело в столе. Очень классный винтажный стол, явно переживший многое. Лампа. То есть лампа, чашка, пепельница, это что-то, наверное, сталинских времен. Я думаю, что это 30-е годы. Но самое интересное, это, конечно, вот эта иллюстрация, графика, да? Какая-то винтажная книжка по биологии. Сверху он нарисовал, она нарисовала акварелью или гуашью. Она, это Мария Прошковская. Да, да, Мария, просто прекрасная работа. Даже, то есть еще неделю назад она была прекрасна. Сейчас по-прежнему, ну, да, это очень круто, да. Там, к сожалению, немножко разлетелись книжки. Вот здесь еще лежал фотоальбом. В фотоальбоме что-то было. Я уже, к сожалению, не помню. Но это было очень круто. Так. Ну, ладно, входим. Давайте найдем. Так. Карина Громова. Очень-очень прикольно. Слушай, я думаю, это часть инсталляции. Ну да, оно же так и задумано. То есть очень хорошо вписывается человек. То есть, ну, какое-то такое ощущение интимное, все-таки не многофигурное, а как будто стул даже указывает на что-то, что это что-то, ну, об одиночестве.